удачно сложился домашний тур для омской гандбольной команды «Скиф». 8 и 9 декабря на площадке Центра олимпийской подготовки «Авангард» наша команда принимала «Таганрог» «Юфу». При поддержке своих болельщиков гандболисты «Скифа» намеревались взять реванш за выездные поражения. И это им не без труда, но удалось. В первый игровой день омичи смогли переломить ход встречи. Уступая после первой половины 2 мяча, во второй хозяева собрались, подтянули завершение атак, и все стало получаться. В итоге 36-32 и первая победа. Сегодня в высшей лиге очень равная борьба, и предсказать результат любого матча практически невозможно. Причем что в домашних играх, что на выезде. Конечно, для роста мастерства спортсменов это хорошо, для болельщиков это хорошо, хотя они всегда хотят, чтобы выиграла их команда. Ну а в целом дела у команды сегодня идут нормально, так скажем. Благодаря серьезной поддержке правительства, губернатора, сегодня положение команды стабильное. И сегодня мы видим в составе тех ребят, которые еще вчера уезжали, играли в других клубах. Это показатель того, что есть надежность, есть стабильность в команде. Ну а результаты обязательно придут. Результат второго игрового дня также порадовал омских поклонников гандбола. Поддержать игроков команды в повторной встрече пришел министр спорта Омской области Дмитрий Григорианс. Традиционно посещаю и поддерживаю. Ну, понятно, что сейчас вот задача сегодня, конечно, выиграть, чтобы хотя бы на промежуточном этапе стать лидером. Потому что всегда положение лидера, как бы, оно укрепляет дух, укрепляет психику, поэтому я желаю нашим ребятам, чтобы они вот эту домашнюю игру сегодняшнюю, ну, просто победили. Первый отрезок встречи получился обоюдоострым, богатым на яркие атаки, уверенные оборонительные действия. И уже хозяева площадки ушли на перерыв с преимуществом в 2 мяча. Во второй половине «Скиф» продолжил прорыв. Внушительное время удерживало преимущество в 2-3 мяча, а к 24-й минуте тайма оно выросло до 6. Нервная концовка, но омичи своего уже не упустили. 38-33. Я считаю, результат удовлетворительный. Как бы мы приехали с выездной серии с одним очком, и у нас стояла задача, ну, здесь по максимуму брать очки. Поэтому выходили на каждую игру более чем настроены и хотели выиграть в каждой игре. Как бы было это непросто, соперник дал бой, хороший бой. Я думаю, игры получились зрелищные, но как бы хорошо, что мы выиграли в обе игры. И в Новый год как бы пойдем с хорошим настроением. Игры получились непростые. Задача была взять 4 очка. Ребята с ней справились. В принципе, результатом доволен. В игре много проблем, которые будем решать по ходу сезона. Следующие игры в Омске 19-20 января с командой «Белгород». Лидер сезона, команда одно поражение. Приятно, что это от нас было и в «Белгороде». Но игры будут серьезные. Приглашаем болельщиков.